Ребята, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Наташа, я очень рада вас приветствовать. Сегодня хочу поделиться с вами своим заказом с интернет-магазина Fratty Shop. Если вы смотрите мой канал регулярно, то вы уже могли наблюдать заказы с этого интернет-магазина. Я делала на эти заказы обзоры, поэтому если вам интересно посмотреть, что же я заказала в этот раз, то усаживайтесь поудобнее, наливайте себе что-нибудь вкусненького. Я приглашаю вас к просмотру. Поехали! Давайте начнем с самой большой бутылочки в моем заказе. Это жидкая, нежная крем-мыло, нектар манго и имбирь с маслом ши и витамином Е. Я когда увидела эту бутылку в объеме аж 1000 миллилитров, я обалдела. То есть действительно очень удобно, если у вас большая семья, либо вы просто часто моете руки. Блин, так странно звучит. Если вы просто любите использовать жидкое крем-мыло, то мне кажется, это очень выгодная покупка. И если вы перейдете на сайт и посмотрите, сколько оно стоит, вы будете приятно удивлены, так же, как и была удивлена я. Действительно очень бюджетная цена. Я оставлю вам все ссылочки внизу в инфобоксе, так что сможете заглянуть и посмотреть. Ребят, хорошее, классное мыло, действительно нежное, кремовое, приятно пахнет манго. Я здесь имбиря особо не чувствую, потому что я его не очень люблю. И для меня прям вот большим плюсом, что здесь его практически в аромате нет. Может быть, он и есть, но я его не чувствую. Для меня пахнет манго. Как вы видите, консистенция у него хорошая. Ну, обычная такая жидкая, как и у любого крем-мыла. Удобная помпа-дозатор также есть. Именно эту банку я храню у себя на кухне. И также с этого мыло я перелила специальный дозатор в ванную комнату. Также могу вам посоветовать, очень удачная и выгодная покупка. Следующий продукт для лица из линейки Provence Organic Herbs Organic Lavanda. Для сухой чувствительной кожи у меня это успокаивающий тоник для лица. Здесь заявлено, что здесь нет парабенов, спирта, только натуральные компоненты. И также входит органический экстракт лаванды и гиалуроновая кислота. Конечно, меня это все порадовало. Мне очень нравится этот тоник. Также, знаете, здесь есть такая наклеечка. Здесь написано, что улучшенная формула. То есть видно, ее переделали, как-то переиздали. И теперь он стал еще круче, нежели чем был раньше. Когда я заказывала этот тоник, я очень переживала за то, что он будет пахнуть лавандой. Я лаванду как цветок люблю, но как аромат лаванды ни в каких проявлениях ее не переношу. Ни в креме, ни в тонике, вообще нигде. Особенно в ароматах для дома. Мне немножко сразу дурно и тошно становится, голова начинает болеть. Так вот, было очень приятным удивлением, когда я открыла этот тоник, вдохнула его приятнейшее аромат, и для меня, и опять же вообще не только для меня, он не пахнет лавандой. Поэтому это огромный плюс, мне нравится, пользуюсь им с удовольствием. Я уже больше чем полбутылки использовала, осталось совсем немного. Очень бюджетный, очень классный тоник. Самое главное для моей кожи, чтобы не было спирта, алкоголя, здесь его нет. Даже для жирной кожи обязательно выбирайте без содержания спирта, потому что спирт вообще убивает кожу, весь алкоголь, который входит в состав тоников, это что-то с чем-то. Не нужно такими продуктами пользоваться. Поэтому пользуйтесь натуральными, хорошими. Вот этот вот бюджетный, классный, могу вам посоветовать. Следующий продукт у меня для тела. Моя любимейшая линейка Хамам Органик. И у меня это турецкий кофе скраб для тела. У меня уже вторая такая баночка. Опять же, если вы смотрите достаточно давно мой канал, вы могли наблюдать. Я рассказывала вам про этот продукт. Я использовала его полностью и решила заказать снова, потому что он бомбический, обалденный. Я даже не знаю, как выразить свою любовь к этому продукту. Кофейный сахарный скраб. Здесь у нас кофе молотый, тростниковый сахар и органическое масло ши. Также эта линейка идет без сульфатов, без парабенов. Не может не радовать, опять же, его цена. Для меня это одни плюсы сплошные. Ну и его качество, сам состав, скрабирующее действие просто фантастические. Я сейчас его активно использую именно в тренажерном зале. После тренировочки я хорошенько в душе скрабирую им тело. Не всегда все тело именно у меня получается скрабировать. В основном я уделяю отдельное внимание проблемным зонам. Это бедра, это бока и руки вот здесь вот. После этого скрабирования я наношу какой-нибудь разогревающий, там, антицеллюлитный или подтягивающий крем. Просто бомба, как это все вместе работает. Прям сразу чувствуется эффект. По свежей отскрабленной коже у вас вот пошло вот это тепло. Короче, классная вещь, ребят. Пахнет он просто потрясающе. У него вот то, что надо, скрабирующие частицы. Не слишком жесткие, чтобы прям драло кожу. Не слишком мягкие. Вот хорошее среднее скрабирование. Такое подойдет совершенно любому типу кожи. Единственное, что для очень чувствительной кожи, возможно, будет немножко жестковат. Ну а так просто супер. Аромат просто бомба. Такое ощущение, что что-то перемололи в кофеварке только что. И когда я наношу этот скраб для тела, в душе пахнет только этим продуктом. Просто вот бомбический аромат. Если вы любите кофе, если вы любите скрабы, обязательно советую к приобретению. И три продукта у меня будет из линейки Карелия Органика. Эту линейку я тоже очень люблю и заказываю также не в первый
первый раз. Пробовала гели для душа, пробовала маски, которые мне очень понравились для волос. И в этот раз тоже не стало исключением. Я решила заказать себе два продукта для волос, один для тела. Давайте начнем для волос. Карелия органика, биошампунь с облепихой. Вот так выглядят очень красивые, кстати, такие баночки. Здесь у нас глубокое восстановление и питание для всех типов волос. Органическая северная облепиха и фитокератин. На мои волосы кератин действует очень хорошо и очень так полезно. Облепиха тоже мне очень нравится, как аромат, само действие на волосах, дает очень классный блеск. Шампунь также не содержит парабенов, и у него замечательная цена. Вот реально удивительно замечательная цена. Если брать все в совокупности, то потрясающий продукт. Пахнет он очень приятно, не бьющий в нос. Мне прям очень нравится этот аромат. Я люблю все, что связано с облепихой. Консистенция у него тоже хорошая. Все мне в нем нравится. Хороший шампунь, хорошо очищает. В общем-то, ребят, тоже для любого типа волос, конечно, могу посоветовать. Потрясающие баночки. Здесь у нас 310 мл. Это, кстати, очень хороший объем. Опять же, за такую цену, с таким составом, это просто потрясающий продукт. И еще один продукт для волос. Я сначала хотела взять бальзам, но потом вспомнила, насколько была крутая маска для волос из этой же линейки. Только до этого я брала, по-моему, лен или что-то типа такого. Что-то зелененькое на ней нарисовано. Очень мне понравилась та маска. Ребята, она просто потрясающая. В этот раз взяла тоже с облепихой. Биомаска для волос, глубокое восстановление и питание. Органик облепиха. Пахнет тоже очень приятно, но аромат у нее немного другой. Не так сильно выраженно пахнет облепихой. Хорошо питает волос, хорошо ухаживает за ним. После этой маски волосы прекрасно расчесываются и такие послушные, блестящие становятся. Хороший состав, также не содержит парабенов. И что мне очень нравится, то что это как экспресс-маска. Ее можно нанести на 1-3 минуты и тщательно смыть. И действительно, волос очень быстро напитывается, становится гладким, шелковистым. И последний продукт из моего заказа, это также Карелия органика, биогель для душа, органик, голубика, освежающий. Вы знаете, хороший продукт, опять же, классная цена, хороший состав, аромат у него достаточно неплохой. Но вот именно что касается аромата, я немножко ожидала другого. Я думала, что он будет так вот, знаете, прям ягодно пахнуть голубикой. Поскольку здесь заявлено, что он освежающий, такой пробуждающий, какой-то свежий, морской, что ли, даже для меня. Это идеальный гель для душа на утро, действительно, чтобы освежить себя, и он как будто бы чуть-чуть холодит. Мне понравился, хороший. А, правильно, он холодит, потому что здесь дикая голубика и мята. В принципе, ребят, конечно, нужно было заранее мне прочитать, но... В общем-то, ребят, хороший гель для душа. Если вы любите свежие ароматы, конечно, могу вам посоветовать, также обратите свое внимание. Ну что ж, ребят, на этом у меня все. Я надеюсь, вам понравилось это видео, я была для вас интересной и полезной. Напишите, пожалуйста, в комментариях, заказывали вы уже с этого сайта или нет. Мне будет интересно почитать. Если вы вдруг боитесь и еще думаете, вот честно, опять же, не хочу, чтобы вы думали, что я что-то там рекламирую, я говорю чисто от себя, действительно, свою правду. Мне безумно нравится этот сайт, мне нравится качество доставки, качество упаковки. Посмотрите мои влоги, как это все упаковано. Ну и, конечно же, опять, сколько я раз сегодня повторила про бюджетные и классные цены. В общем-то, ребят, буду ждать ваших комментариев, обязательно пишите, с вами там пообщаемся. На этом я с вами не прощаюсь, желаю вам всего самого доброго, прекрасного и лучшего. И до встречи в следующем видео. Всех целую, обнимаю. Пока-пока.